От 6 месяцев до 2 лет курс лечения от туберкулеза. Заразная болезнь, вызываемая особым микробом палочкой Коха и поражающая легкие, а также кости, суставы и кишечник, все еще часто встречается в России. Хотя в последние годы медицина шагнула вперед, и на учет с каждым годом встают все меньше людей. Нам настолько удалось найти правильный путь именно вот по алгоритмам обследования, проведения прививок, по национальному календарю, что просто родителям нужно понимать, ребенок должен остаться здоровым. Это его самое главное право – право быть здоровым и все выполнять, что требуется. В 2015 году диагноз туберкулез был поставлен 2000 людей в Самарской области. 61 не достиг совершеннолетия. По сравнению с 2010 годом цифры сократились в разы. Тем не менее, все еще остаются родители, которые отказываются делать ребенку пробу МАНТУ, подвергая малыша риску заражения. Сейчас у нас очень доступно, это все бесплатно, это все в шаговой доступности в любой поликлинике. И флюорографические, и рентгеноборудование очень хорошее в области, то есть та, которая позволяет диагностику ставить очень на ранних стадиях, очень быстро, и не ждем мы там неделю или месяц, пока будет готов результат. Так же, как и МАНТУ реакция или диаскин тест, это 72 часа, и все уже понятно. Профилактика туберкулеза довольно простая – это отсутствие вредных привычек, здоровый образ жизни. Но в первую очередь регулярная флюорография у взрослых и МАНТУ у детей. Процедуру следует проходить раз в год. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События.